Всем привет, друзья! Мы сделаем сегодня обзор на игру Transit King. В двух словах, когда я видел рекламу этой игры, там нужно было строить дороги. Но по факту, мы будем заниматься грузоперевозками. Я парочку миссий сделал. Поздравляю, повышение уровня дает тебе награды и открывает новые функции. Перевод... Ну, косячно немного, с ошибками. Выполни оставшиеся заказы городов. Я свяжусь с тобой, когда закончишь. Так, нам нужно вот эти два заказа сделать. Нажимаем на значок. Появляется значок, откуда мы это можем доставку сделать. Выбираем грузовик Хайсы. Он медленный, но перевозит очень много груза. Мы можем два отправить. Все. Давай вот этот. Нет, тогда что у нас тут? Так, грузовики сюда едут. Яблоки полные. Так, этот мы заказ сделали. Что у нас тут надо сделать? Ага. Это у нас что, песок? Устричный залив. Так. Тоже два их отправляем. Два заказа. Ну, посмотрим. Может, все-таки придется дороги строить. Так, отлично. Здесь мы выполнили задание. Нажимаем на иконочку. Все. О, у нас третий уровень. Круто. Ну, давай первую. Ого, улучшение грузовика. Второе. Новый район открыт. Веселый берег. А музычка хорошая. Открыт веселый берег. Новые локации. Отлично, теперь ты можешь исследовать новый район. Полный возможностей. Нажми на яблочный сок. Ага. Видишь предупреждающий знак? С пустым ящиком. Это означает, что на заводе соков нет яблок. Давайте доставим им яблоки, чтобы сделать сок. Нажми на заказ яблок для завода соков. Так. Отлично. Теперь Дора доставляет яблоки на завод соков. Ой, этому нужно. Да, не могу пока. Доставил. Яблоки приехали. Теперь мы сможем доставить сок в Веселогорск. Отличная работа. Забери свои награды и нажми на значок. Привет, я Эми, механик. Мы больше не нуждаемся в поставках яблок. Давай припаркуем грузовик и освободим водителя. Нажми на диспетчер маршрутов. Нажми на значок машины. Убери неактивный маршрут. Теперь грузовик и водитель свободны для другого задания. Нажми за пределами панели, чтобы выйти. Здесь бы не помешали новые дороги. Да вы что? Нажми на значок строительства. Строим. Нажми на строительство дорог. Выбери нефтяную скважину в качестве отправной точки. Так. Подтвердить строительство. Вот и все. Строить дороги очень просто. Но не в России. Пойду пока проверю грузовики. Увидимся. Спасибо, Эми. Что мы без тебя делали? Ну давай же, заканчивай. Обучение строй дороги доставляет товар, расширяя свой бизнес, чтобы стать магнатом. Повышая уровень, чтобы открыть больше функций, удачи и продолжает брать заказы. Ок, а это на что? Бесплатный бонус. Соверши любую покупку и получи этот эксклюзивный. Да, да, да. Нет. Для начала. Давайте.
Так, а как нам сделать, чтобы... Угу. Мы сделаем вот здесь вот так вот дорогу. А можно эту дорогу улучшить? А или она еще строится? Так, я не могу понять, эта дорога еще строится? Она первого уровня. Улучшить дорогу. А я что, не могу улучшить? Я пока не могу ее улучшить. Ну ладно. Где у нас еще нету дороги? Дорога. Простая дорога. Сюда. Вот сюда строим. И мы еще построим дорогу вот отсюда до сюда. Да подожди, строй дорогу. А почему я так не могу сделать? Так, здесь мы все достроено, построено, замечательно. Замечательно. Запрошенный морской порт. А к нему я могу построить дорогу? Ладно, пока не можем. Хорошо. Давайте заказы повыполним. Раз. Два. Давайте Дору добавим. Так. Так, а это у нас все позакрыто пока. А, его и нельзя, он не подходит. Так, замечательно. А когда награды получаешь, музычка похожа на, помните, заставка Санта-Барбара была. Очень похожа. Как вам игра, друзья? Поделитесь своим мнением в комментариях. О, у нас 4-й уровень, круто. Ежедневные награды. А здесь у нас что? А я не знаю, вот еще. Заправка, обалдеть. Что, где нам еще нужно? Угу. Она нигде не нужна? Так, это нам нигде не нужно. О, рыба. Рыба. Кому что еще нужно? А что у нас здесь? Привет, босс. Вот ваше задание. Но большие города, большие проблемы. Повысьте уровень города Весногорск. Так, а как мне его уровень повысить? Так, хорошо. Да, сюда мы их добавим. Так, наши грузовички летят. Ага, а там уже все готово. Ну, быстрые они, быстрые.
Почему Веселогорску нужно столько сока? Так, эти обратно едут. Почему второй не полетел? Ага, второй полетел. Ну да, они-то... О, оба. Нет, второй стоит. Что у нас там по времени, друзья? Время еще... О, стоп, стоп, все. Стоп. Стоп, стоп, ай. Вот он, маршрут, все. Так, так, как... Закрыть этот маршрут, все. Хорошо, закрыли. Нам теперь нужен другой маршрут. Отсюда. Пойдем-ка сюда. Но можно пока вот ближайший сделать. Сахар. Ух ты, как далеко. Сахарный завод. Быстреньких отправим. Тут мы сделали. Опять сок нужен. А отсюда нам вот этих отправим. А, там еще и сахар нужен. Отлично, отлично. Все доставлено. Здесь. Все доставлено. Отменяем маршрут. Опять ему яблоки нужны. Да сколько ж тебе яблоков нужно, а? Добавить, добавить. Ну, мы уже грузовичок один купили. У нас теперь их три. И сейчас уровень этого города повысим. Ну, в общем-то, вот такая вот веселенькая игрушка, друзья. Для тех, кому интересны перевозки грузов, товаров. Эта игра для вас. Да, я не знаю, буду ли я в дальнейшем в нее играть. Но пока что, думаю, обзор на эту игру можно завершать. Ничего нового интересного мы вряд ли уже с вами увидим. Но завлекает игра, завлекает. И музычка интересная. Не забывайте, друзья, подписываться, поставить лайк, если видео понравилось, порекомендовать друзьям. Не болейте. До новых встреч. Всем пока!